«Танец» — это поэма, а каждое движение в ней — слово. Благодаря профессионализму спортсменов не согласиться с этим утверждением практически невозможно. Идеальное сочетание звуковых и световых эффектов порождает атмосферу, в которой хочется забыть обо всем, кроме ритмики тела. Хочется пожелать всем легкого паркета, энергии в танце, удачи и моря позитива. Почти сразу в глаза бросаются причудливые костюмы. Парики, корсеты и много перьев. В такт веселой музыки на сцену выходят пары. С замиранием сердца зрители болеют за родных и близких. Часть гостей Арена Мытищи снимает шоу на камеру. Лакированные волосы и блестящий макияж – ничто по сравнению с главным оружием юных участников – ослепительной улыбкой. В рамках этапа Кубка РТС мы провели открытые чемпионаты и первенство Московского танцевального альянса. Собрали более 7 регионов нашей страны. Также мы собрали международных судей из таких стран, как Беларусь, Азербайджан, Армения. И очень приятно, что это все происходит в нашем городском округе Мытищи. Главным словом танцевальной церемонии стало разнообразие. От маленьких первоклашек до зрелых выпускников. От венской классики до латиноамериканских и джазовых этюдов. Страсть кружащихся пар заразительна. Через несколько минут ноги сами пускаются в пляс. Танцевать телом – одно, танцевать сердцем – совсем другое. Есть мечта – беги к ней. Не получается бежать – иди к ней. Алина Савыш, Евгений Ощепков, Вадим Воробьев, Вера Мытищинский.